участников реконструкции. Наша реконструкция закончена. Безусловная победа Таганрога. Хорошо подготовлено. Вот из этих, да? Что за беспредел? Они в руки стоят. Там же так они надеялись. Да. Слушай, они все как станут. Как потом. А пахнет порохом. Класс, что на это? Мама, вообще-то в песок есть порох, а это порох. Да, мы сказали. В любом взрывчатом устройстве есть порох. Почти в любом. А вот они чистят, смотри, чистят эти свои руки. Они уже показывали это. Видишь, как ты дышишь? Они уже показывали это. Мама, они уже что, показывали. Успокойтесь. Генерал. Пошли. Строй становится. Расходи. Ну, видишь, куда они пускали все. Там тупо снаряды. Шагом марш!
Молодежь, не подведи! Сегодня, 27 мая 2017 года, в нашем городе состоялась реконструкция событий Крымской войны 1855 года. В реконструкции приняли участие исторические клубы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Севастополя, Крыма, Калуги, Новочеркасска, Ейска и, конечно же, Таганрога. Наиболее ярким эпизодом Крымской войны на Азовском море стал бой 22 мая 1855 года, в ходе которого Таганрогский гарнизон пытался защитить склады с провиантом от англо-французского десанта. Несмотря на то, что итоги этого столкновения позволяют причислить его к списку военно-морских побед неприятеля, в отечественной исторической литературе оно было объявлено образцом выдающимся героизмом. И мужественное отражение неприятеля при нападении оного 22-го минувшего мая на Таганрог объявляет монаршее благоволение. Божьим милостью мы, Александр II, императоры самодержец российские и прочее, нашим любезным верным подданным всех сословий Екатеринославской губернии, вы лишили себя необходимого, чтобы только быть полезным для общего отечества. А когда враждебная нога вступила на берег ваш, мирные граждане Таганрога, не уступая старым воинам в доблести и решимости, лично сами ополчились и с помощью Божию мужественно отразили неприятеля. Во уковечение от деяния сия, имя вашего воспоминания целой России, Всевышний доградит вас за ваше самопожертвование, за ваше терпение, за ваше мужество. Сознавая великость ваших жертв и подвигов, мы воздаем вам на память веков и потомства сердечную нашу признательность за доблестные деяния, совершенные вами в минуты бранной тревоги. Дана в Москве 26 августа 1856 года. На подлинной подписью Александр. Поручение доставить засвидетельствованную копию грамоты в Таганрог было возложено на статского советника графа Александра Сиверса, состоявшего при Министерстве внутренних дел в звании камер-юнкера. Он прибыл в город 27 октября 1856 года. Граф Сиверс поприветствовал таганрогское общество и поздравил всех присутствующих с высочайшим вниманием к подвигу при отражении нападения англо-французов в 1855 году. И сегодня в память о событиях того времени представители исторических клубов России провели реконструкцию обороны 1855 года. На нашем празднике присутствуют заместитель губернатора Ростовской области Михаил Викторович Корнеев, председатель городской думы, глава города Таганрога Инна Николаевна Титаренко, глава администрации города Таганрога Андрей Владимирович Лисицкий, министр экономического развития Ростовской области Максим Валерьевич Попушенко, первый заместитель атамана Всевеликого войска Донского казачий полковник Михаил Анатольевич Беспалов. Мы приглашаем наших гостей на сцену.
отдавая дань памяти этим великим людям и великим временам. Хочется сказать, что через всю историю протягивается незримой нитью связь поколений. И недаром сегодня город Таганрог называется городом воинской славы. И пользуясь предоставленной возможностью, я еще раз всех поздравляю с сегодняшним великолепным днем, хорошо проведенным мероприятием. Благодарю всех реконструкторов, организаторов, участников этого мероприятия. Желаю всем счастья, здоровья, успеха, удачи. С праздником! Глава города администрации города Таганрога Андрей Владимирович Лисицкий. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые таганрогцы и гости города. Сегодня мы во второй раз проводим реконструкцию событий Крымской войны. И это мероприятие становится знаменательным для города. Потому что если посмотреть на более чем трехвековую историю города, то мы найдем много примеров, когда жители города показывали и проявляли примеры гражданской ответственности, патриотизма и единения перед лицом внешнего врага. Так и тогда, более полутора сотен лет назад, фактически торговый мирный город понес огромные потери. Было более 20 судов потоплено, более 300 зданий, сооружений и домов были разрушены. Ущерб городу был причинен на сумму более 1 миллиона рублей. Но город не сдался. Город так и остался непокоренным. И этот героизм горожан был отмечен высочайше. Император Александр II в октябре 1856 года пожаловал городу царскую грамоту и освободил горожан от налогов на 2 года. То есть фактически статус города воинской славы Таганрог обрел еще в 1856 году. И сейчас в городе проживают сильные духом люди, которые помнят и чтят подвиг предков, и которые любят город. Я желаю всем, чтобы небо над городом было всегда такое же ясное, как сегодня, чтобы город рос и процветал. С праздником вас! Первый заместитель атамана Всевеликого войска Донского, казачий полковник Михаил Анатольевич Беспалов. Дорогие жители Таганрога, дорогие гости, братья-казаки, сегодня знаменательный день. Сегодня день воинской славы, день памяти воинской славы жителей города, который не склонил голову перед врагом. День воинской славы русского оружия, день воинской славы казаков. День, когда город, мирный город, отказался принять ультиматум и принял бой. И враг, превосходивший силами, побоялся высадить сюда десант, потому что знал, что город ляжет весь на берегах Таганрогского залива, но не пустит врага на родную землю и не сдаст родной город. В 1956 году в октябре царь Александр II пожаловал грамоту, где особо отметил участие горожан, донских казаков в обороне города Таганрога. А еще через год, в 1857 году, было принято решение создать Таганрогский казачий округ. И я хочу сегодня поздравить от имени войскового атамана Виктора Георгиевича Гончарова, от имени всех атаманов и казаков Всевеликого войска Донского, казаков Таганрогского округа с юбилейной датой, 130-летием. После того, как Таганрог подвергся нападению, 8 казачьих полков заняли позиции вдоль Азовского моря. И ни один больше десант не спустился на нашу землю. Спасибо руководству города, что знаменательная дата стала, наверное, сегодня одним из главных праздников города Таганрога. Спасибо казакам и атаману округа. Спасибо реконструкторам, которые сегодня воссоздали всем нам те исторические события. Мы благодарим наших уважаемых гостей за такие теплые, приятные слова. Давайте еще раз им поаплодируем. Спасибо вам большое.
Будем надеяться, что так оно и будет. Предлагаем участникам реконструкции возложить цветы к памятнику 300-летия города Таганрога. Большой праздничный концерт, который продлится до 9 часов вечера. А в 19 часов во дворце Алфераки начнется бал реконструкторов обороны Таганрога, а в 21 час будет дан фейерверк. Приглашаем всех продолжить наш праздник. Thank you.
Налево! Налево! Руку! Один, сам!